конечно, удивительно сказочные и совершенно необыкновенные именно знания получаешь при общении с композицией, с образной композицией, да, через образы получаешь эти знания и составляющие комплекта. Вот слушаешь композицию сразу же, с первых же строк, вот это такое сердечное, восторженное, друзья мои, какое счастье жить. И уже вот это вот, уже знания счастливой жизни, они наполняют внутренний мир, и как-то тянешься навстречу к познанию того, что содержится в этой композиции. Буквально каждая строчка, каждая... Не зря в приложении, в открытках, их больше всего в этой образной композиции, открыток, раскрасок с текстом, потому что каждая, буквально каждая строчка, это как знание, которое очень-очень-очень важное для счастливой жизни, для познания, для пропитывания, для проникновения этими знаниями. И, конечно, открытки, они помогают прочувствовать каждый афоризм, каждую крылатую строчку и вникнуть, вчитаться, осознать еще глубже, через цвет прикоснуться. В общем, это целый такой мир, который, ну, как бы, еще в сказочном мире, мир именно тех чувств и тех знаний, которые так необходимы для счастливой жизни, для открытия, для того, чтобы познать, что же такое школа высот, чему там учат.